приветствую вас. Сегодня замечательный день. Это и Старый Новый год, и Рождество. И я поздравляю, опять же, всех тех, кто празднует эти дни с этими прекрасными, замечательными праздниками. И пусть ваша душа радуется и поет, и будет наполнена любовью, дорогие мои. Вот это вот я показываю свою замечательную тарелку с самым лучшим блюдом в мире. Рассказываю быстренько, делюсь, поскольку вот эти все ингредиенты я использую при приготовлении различных блюд. Конечно, в основном идет рис, и здесь у меня браун рис, коричневый рис, блумбери, это голубика сверху, очень полезная штучка, замечательная малинка, ароматная, вкусная. Это у нас идет вишня сушеная, ее даже видно. Затем вокруг рисика у нас идет изюм, предпочитаю только темный, черный изюм, то есть это лучшие сорта, сахарные сорта винограда. Затем у нас идут орешки, миндальный орешек. Затем идет чернослив. Вы даже можете посмотреть, вот, пожалуйста, вишня сушеная, вот это чернослив. Затем идет стрэбери, клубничка. Она в Лас-Вегасе здесь круглый год. Идет у нас курага, замечательная и полезная. Затем идет грецкий орех и пеканс. Вот они отличаются между собой. И вкусовые также совершенно другие. Грецкий орех и, то есть, walnuts и пеканс – это два ореха, они жирные, они полезные и питательные. И показываю вам его. Вот, пожалуйста, вот он. Пеканс. Это огромный вот такой пакет. Почти килограмм здесь. Но хорошо, что я не забыла, надо же поделиться, дорогие мои, с моими любимыми подписчиками моего канала, которым очень нравится, как я готовлю. И это вот у нас грецкий орех. Ну, здесь большой пакет, килограмм, 360 грамм. Так, затем идет вот блюмберис. Это очень классная штучка. Я, когда готовлю геркулесовую кашу для деток, я обязательно добавляю малиночка. Добавляю в кашки. Очень классно. Вы можете сами готовить также. Ну, здесь сегодня вот другая стрэбберис. Другая упаковка клубничек. Итак, ну, в этих пакетиках я уже вам не буду показывать. Здесь у нас виноград. Сушеная вишня. Этот самый кураган. И, конечно же, дорогие мои, самое главное, самое ценное – это святая святых. Поутру натощак ложка меда. Слизываем медленно, с наслаждением, можно ли уже в постели. Этот мед. Такая вот классная вещь. И, пожалуйста, даже с сотами. Запиваем мелкими глотками водичкой. Это по йоговскому упражнению. Если же еще очень важный момент, вот в этом стакане у меня, это замечательный сок, джюс. На солнце играет, сегодня не солнечная погода, но на солнце он играет. Это гранатовый сок. 100%. Ну, заканчивается очень быстро, так же, как и начинается.
Обязательно выпекаю блинчики. То есть вот все эти ягоды, орешки я использую. И я когда выпекаю лепешки, блинчики, я смазываю лепешку медом. И затем посыпаю. Миндальный орех есть крошка, и все остальные орешки есть крошка. Изюм, блумбери. Все это можно нарезать мелко. Курагу. И завернуть в лепешку. Это бальзам. Если закончился мед, я использую, вот, пожалуйста, это у меня. Я была в Канаде, посетила Канаду, привезла своей дочери. И даже в Крым привезла. Это сироп клена. Кленовый сироп. Меня даже сейчас заказали. Ну, постараемся привезти. Поливаем лепешки, блинчики, оладушки таким сиропчиком. И сверху сыпем орешки, изюм, малиночку, курага. Все это растираем. И это замечательная, вкусная лепешка. Главное, органика. Все очень свежее и полезное. Здесь, дорогие мои, я под рисом, конечно же, использовала вот цезарь. Это вот такой вот салат. Очень люблю его. Смотрите, пожалуйста, но он обязательно идет и с сухариками. И вот все вот фрукты, особенно гранат, мы используем в салаты. Там может быть и рыбная, и креветка, и может быть курочка, грудинка курочки, вот, индюшка, как здесь турка ее называют. Вот, ну, пожалуйста, здесь вот в этом салате вот обязательно заливаются различные коктейлики. Вы можете подобрать, есть соусы специальные. Вот. Здесь же орешки готовятся, резанные. Но это все очень вкусно. Самое главное, что, дорогие мои, это все полезно. Это настолько полезно. Вы всегда смотрите то, что вы употребляете, какое состояние вашего организма после употребления пищи. После употребления пищи должно быть состояние легкости, замечательного, хорошего настроения, бодрости духа, и вы любите весь этот мир, так же, как мир любит их, хранит и бережет ваш духовный уровень. Да пусть он возрастает, да пусть ваша душа будет наполнена любовью, дорогие мои, любовью к ближнему, любовью к самому себе. Это великое наслаждение – любить и быть любимым. С праздниками, дорогие мои! Люблю вас, обнимаю вас и всяческих благ желаю вам. Пусть исполняется ваше желание, самое сокровенное в этом году.